Сейчас с вами продолжим это все нашу тему. Да, видно. Так, видно, да? Вот сейчас у нас видео создано давно, но это подробно, так как она изложена, я хотел бы по этим видео вам объяснить. Генератор переменного тока. Ну, тут генератор, говорится, в автомобильном генераторе, но суть одно и то же. У нас вырабатывание электрической энергии производится в одинаковом темпе. Сейчас у нас давается маленьком генераторе автомобильного производства, который с помощью у нас аккумуляторной батареи принимает электрический ток, для чтобы ток возбуждения использует. И этим током возбуждения они вырабатывают электрическую энергию. Сейчас я пропустим, как она. Вот у нас, в принципе, простой принцип схемы получения электрического тока. Тут у нас магнитное поле. Магнитное поле, у него там есть разные полюсы. С помощью вращения у нас вырабатывается электрическая энергия в обмотке. Вот тут у нас видно, как у нас меняется диапазон у нас получения электрической энергии. Вот отсюда у нас получается, вот с этой части у нас направление тока, видите, меняется. Тут у нас обмотка, через обмотку мы принимаем электричество и показывает, как у нас меняется. Вот видите, у нас полюса меняются, а в зависимости от полюса у нас меняется направление электрического тока. Вот у нас вырабатывание электрической энергии. Вы знаете, что для электричества нам нужен замкнутый круг. Вот тут у нас по манометрам сейчас показывается магнитный поток. А магнитный поток у нас, видите, у нас повышается и снижается до нуля промежутки одного промежутка времени. Вот видите, в данном случае у нас генератор, она происходит в плавном направлении от нуля до нуля. Это у нас говорится о частоте. У нас вращение зависит от частоты вращения генератора, у нас выходит частота самополучаемой электрической энергии. Вот у нас магнитный поток происходит как? Она здесь у нас останавливается, тут у нас без электричества, минусовой и дальше плюсовой. Это зависит от того, что у нас полюса здесь срываются в определенной точке времени. Вот видите, холостой ход у нас, вот здесь вырабатывается электричество плюсовая, здесь вырабатывается минусовая. Между ними есть у нас пространство, которое ничего не вырабатывается. Это у нас называется переменный ток. В дальнейшем, чтобы это все устранить, мы уже будем изменять саму конструкцию нашего генератора. Тут у нас про полюсы говорят. Мы должны усложнить наш корпус генератора и получать плавную электрическую энергию. Вот видите, у нас ток, как у нас от холостого хода, мы не получаем равномерный электрический ток. Вот в этом части у нас, видите, ток вырабатывается, нету, опять ток вырабатывается, и мы должны изменить это все. Сделали так полюса, вот видите, уже звездочки. Здесь у нас мы уменьшили холостого хода, который у нас не вырабатывается, и ток у нас начал производиться быстрым темпом. Видите, она от нуля, вот видите, в одном напряжении вырабатывает ток. Вот здесь уже, видите, у нас поменялся вырабатывание переменного тока. Нижняя часть – это минусовая, нижняя часть у нас плюсовая. Вот здесь уже с помощью изменения этого ротора мы уже сделали почти неизменный ток, как вам сказать, без холостого хода. Ну, в дальнейшем у нас что происходит? Мы должны уже изменить его. Мы поменяли полюса. Вот. В этой части она у нас не работает. Только в этой части у нас она работает. Это у нас уже холостые ходы. Мы изменяем статор. Статор у нас уже преобразовывается на другую конструкцию. Мы его сделали, видите, уже круглообразный. И туда уже устанавливаем пазы для установки нашей магнитной катушки. Вот видите, мы уже последовательно мы его соединяем и подключаем прибор. Ну, подключаем прибор, вот здесь видите уже у нас. Даже вот медленное вращение у нас, она уже, видите, уже вырабатывает, нам частота уже повышается и у нас вырабатывается электрическая энергия. Вот видите, там по видео, что у нас уже мы более уже осуществили такую конструкцию, что у нас без холостых ходов мы получаем электрическую энергию. Потому что
не надо генератор использовать на холостые ходы, потому что это уже полезно, КПД нашего генератора падает. Вот здесь теперь у нас создается вопрос, как еще усовершенствовать наш генератор. Раньше у нас использовался постоянный магнит, теперь сейчас мы используем электромагнит. Я когда рассказывал, у нас постоянный магнит, мы можем использовать электромагнит, потому что с помощью аккумуляторов мы создаем катушку, когда подается электричество на катушку, у нас создается собственное магнитное поле. А чтобы это осуществить, у нас есть вот коллектор, где мы с помощью щетки подключаем к нему и создаем тут магнитное поле. Вот здесь у нас катушка. Катушку мы сделали сердечником, обвели. Это сердечник, она будет уже вращаться внутри обмотки. И с помощью этой обмотки мы будем получать электрическую энергию. Ну, это аккумулятор мы подключаем вот сюда. С помощью щетки мы подключаем, и дается подача электрической энергии на катушку возбуждения. И там у нас создается собственное магнитное поле. Когда мы его повышаем, этот электрический у нас магнитное поле тоже повышается. И так у нас мы с помощью его можем повышением и снижением подачи электрической энергии контролировать вырабатывание электрической энергии самого генератора. Вот у нас по принципу уже у нас работает. И видите, у нас идет без холостых ходов получение электрического переменного тока. Ну, тут сейчас еще продолжение будет. Понимаем, ребят. Теперь мы должны, если будем выпрямлять этот электрический ток, применяются другие приборы. Это у нас производится вот так. Нижнюю часть мы убираем и поставим в верхнюю часть. У нас получается только пилюсовые электрические линии или можем получать только минусовые. Это у нас называется выпрямители. Это у нас выпрямитель, который с помощью его мы направление электричества, если минусовое, передаем на другую, на плюсовую сторону. И у нас получается постоянный ток. Постоянный ток у нас бывает или только минусовой, или только плюсовой. Ну, это раньше использовались такие, сейчас у нас используются диодные. Насчет диодных сейчас тоже видео уже показывается, мы расскажем вам. Это у нас, вот видите, полупроводники. С помощью их мы можем осуществить выпрямление электрической энергии. Но такие количества мы не будем использовать, потому что это уже у нас вес самого конструкции будет повышаться. Мы используем нужные нам части. Это у нас диод. Диод у нас с вами, вы знаете, как она нарисована. Здесь сейчас покажут. Вот лампа. Лампа у нас горит. Сейчас отключили лампу, это у нас аккумулятор. Когда мы уже контакт включаем лампу, у нас протекание электричества начинается, у нас лампа горит. Но между ними мы можем поставить диод. Вот у нас диод. Диод у нас, лампа включается. Если мы положение диода изменим, уже диод у нас только пропускает в одну сторону электричество. А в другую сторону она не будет пропускать. Вот видите, схема она показана вот в таком рисунке. Когда мы его поменяем, у нас лампа уже, как вам сказать, протекание электрической энергии у нас отключается, и лампа не будет гореть. Это мы можем применить в генераторах диодную схему. Вот у нас диод, включаем диод в эту сеть, у нас электрический вырабатывается. Если мы поменяем его положение, у нас уже протекание электричества останавливается. И с помощью этого диода мы можем сделать схему. Так как у нас диод пропускает в одну сторону, с помощью его мы можем сделать схему и получать электрическую энергию. Вот здесь у нас, видите, показывает, что только минусовая у нас получается пропускает, а плюсовой не будет пропускать. Вот у нас схема вот такая выходит, что только плюсовые она будет пропускать, минусовые не будет пропускать. И у нас генератор уже с помощью диода будет вырабатывать только плюсовую или минусовую электрическую энергию. Элементарным диодом мы это обеспечиваем. Но чтобы это у нас холостой ход не было, использовать этот ход генератора для полезного, мы сделаем уже диодную схему по-другому.
Вот у нас раньше по мнению его положения генератора мы получали разность потенциалов нашей электрической энергии. Теперь мы сделали это типа ромбов в системе. У нас схема у нас много показывается такая схема. В этом схеме у нас что получается? У нас получается, что мы уже будем использовать все минусовые и плюсовые уходы у нас генератора для полезных. Как это осуществляется? Вот у нас диод устанавливается, диод в этом части у нас электричество подается на диод, так как это у нас закрыто, у нас поставлено, у нас электричество будет проходить только через этот диод на прямой полярности, и через него она будет ток будет продолжать свой ход. Здесь у нас закрыто диод. Тут отсюда ток не будет проходить, и она будет продолжать в эту сторону. Значит, у нас, видите, электрическая энергия прошла через этот ход. И она уже через него будет подходить с этой стороны электричество. И тут у нас по расположению диода у нас уже видно, что так как вот здесь у нас диод, отсюда ток не будет подходить, потому что у нас тут ток есть уже. У нас электричество будет подходить через это направление, потому что тут уже нам нужно, чтобы продолжить и замкнуть нашу электрическую сеть. Вот так у нас электричество через него прошло с этой стороны и подошло к генератору. Я хотел бы остановиться в том, что всегда вы должны запомнить электрическую цепь, если когда у нас замкнута, она будет переходить у нас электроны. Если в каком-то части у нас сеть не будет замкнута, у нас электричество электрона не будет прекращать свое движение. Вот здесь у нас сам генератор. Генератор, когда вырабатывает электрическую энергию, чтобы эта электрическая энергия вырабатывалась, нам нужен сеть, чтобы была замкнута. Вот с помощью этого, вот элементарно, давайте я скажу, это у нас вот элементарная цепь, один цепь, через которую у нас будет протекать электрон. Если каком-то части мы его уберем или закроем, у нас сам контакт у нас отключится. В жизни у нас, я хотел просто объяснить элементарно, когда мы дома используем включатели, выключатели, например, простого освещения. Когда у нас включатель отключен, по стенам, которые у нас находятся электрические кабели, у нас нет электрической энергии. Когда мы включаем лампу, тогда у нас уже будет протекать электричество по всем нашим кабелям, которые находятся внутри стены. С помощью этого у нас иногда определяет, можно найти по магнитному полю, где находятся наши электрические кабели. Основное вы должны знать, что когда у нас замкнутая цепь, у нас протекает электрическая энергия. И чтобы это все сделать, мы уже с помощью таких диодов мы используем ту часть нашей электрической вырабатывания электричества, минусовые и плюсовые части перемены тока, на полезную работу. Продолжим. При изменении вот направления нашего электричества, когда у нас идет минусовая часть, у нас уже будет проходить через эту часть. И она проходит наоборот. Это у нас минусовая. У нас полюс поменялся. И таким темпом у нас она будет менять свои ходы. Вот видите, она меняется. И у нас вырабатывание электрической энергии только у нас только в одну положительную часть можем сделать. Вот видите. Только вот в одно направление, плюсовую. С помощью этого просто диода мы уже сделаем его постоянно. И это все мы уберем среднее, это все мы ставим через аккумулятор. Вот тут говорится о том, что вот уже генератор сам себя уже будет вырабатывать электрическую энергию, и она будет сама себе обеспечивать первоначальную электрическую энергию для катушек возбуждения. Ну, общее я вам рассказал, принцип работы нашего генератора. У нас вообще на железнодороге используются разные генераторы. Давайте сейчас посмотрим саму конструкцию генератора. Вот у нас генератор у нас переменного тока, из чего она состоит. Первое у нас щетки. Щетки, которые я вам говорил,
то, что подать, или ты сканируешь катушку возбуждения, они находятся вот здесь. У нас и шоткодержатели, ну, шоткодержатели, чтобы устранить шотки. Второе у нас коллектор. Через коллектор мы будем подавать электрическую энергию или в другом случае получать электрическую энергию. Потому что это все это движущая часть мы не можем подключить напрямую с клеймами, потому что она двигается. И у нас сделано так, что вот движущая часть со своими контактами через вот угольных щеток мы будем получать электрическую энергию. Третье у нас обмотка якоря. Обмотка якоря вот здесь находится, обмотка якоря. Потом четвертый сам якорь у нас, якорь у нас движущая часть. Пятый у нас статор. Статор для нужен, чтобы для включения этого генератора, начало двигаться. Шестое у нас контактные кольца. Вот шестое контактные кольца. Контактные кольца тоже подается для самого ротора, чтобы она получала или отдавала электрическую энергию. Так, потом у нас седьмая у нас обмотка статора. Вот здесь находится обмотка статора. Статор мы подаем электрическую энергию, подается. И тут у нас ток возбуждения находится. Когда внутри него магнитное поле вращается, она получает электрическую энергию и подает через эту шестую часть у нас нашим потребителям. А эта часть у нас подается через аккумулятор, чтобы у нас возникла сама возбуждающая сила. Раньше это используя видео, которое показывало, стационарные магниты. Но так как магниты, чтобы получать больше энергии, у нас магниты же не меняются, магнитное поле, а нам нужно его менять, повышать или снижать, чтобы поменять сам вырабатывание электрического генератора, уменьшенное наше напряжение или больше напряжения. И мы поменяли его катушками обмотки. Ну, у нас еще потом у нас 8 ротор генератора. Вот сам ротор генератора. 9 вентилятор. Вентилятор для чего нужен? Для охлаждения всего. Потому что когда у нас при протекании электронов в катушках вырабатывается тепловая энергия. Вот эта тепловая энергия, если мы не будем убирать внутри генератора, что происходит? Она будет накапливаться. И когда накапливается, у нас металл расширяется. При расширении у нас, естественно, это же механизм, она будет создавать какие-то уже неудобства, начинается уже расширение. Если металл у нас при расширении, ну как вам сказать, если мы обогреем этот генератор, у нас металл расширится, и она может не вернуться на первоначальный свой размер. И когда у нас она не возвращается, естественно, у нас уже генератор уже выходит из строя. Она уже не будет, может заклиниться или уже будет получать какие-то посторонние шумы. Из-за этого мы должны предотвратить это грение самого генератора и устанавливаем вентилятор, который с атмосферы просто будет продувать воздух и производится воздушное охлаждение. Ну, десятое – это у нас сам корпус генератора. Мы должны его все закрыть. В корпусе она должна быть закрытым пространством, потому что туда не должна быть поступать посторонние частицы. Ну, они, естественно, тут у нас есть подшипники, а тут у нас есть масляные смазки. Это все уже, если будет постороннее включение, тогда у нас генератор может заклиниться. Одиннадцатый у нас это привод. Ну, привод это когда с помощью электромоторов или с помощью колесных пар мы этот привод крутим. Ну, передается крутящий момент, генератор подается с этой части. И у нас 12-й это станина, это где у нас сам прикрепляется генератор. Вообще-то у нас под вагоном они крепляются с верхней части вагонов. И таким общим принципом у нас генератор вырабатывает электрическую энергию. Но от зависимости, какие у нас потребители вагонов, мы устанавливаем такие генераторы, которые будет вырабатывать нам нужную электроэнергию. Если у вас вопросы, студенты, я готов ответить. Я общий смысл самих генераторов, для чего нам нужен, я вам объяснил. Если вопрос, я вам готов ответить. У кого-нибудь есть вопросы? Вопросов нету, все понятно. Да, если вопросов самому предмету нету, тогда давайте перейдем к вопросу общий на модульную систему, как у вас идет сдача практики, лаборатории или какие-то проблемы модуля. Я готов вам ответить или помочь, если какие-то у вас есть проблемы. По модулю есть у вас вопросы?
Или у вас все на равномерно, без проблем все вы сдаете? Ну, пока что, например, я сам еще не сдаю ничего. Я как-то... Можете сказать, чего надо сделать задание? Вот я бы хотел вам сказать, что в модуле, когда мы создавали модуль, мы практику лаборатории ставим. Ну, так как практику лаборатории вы нам не сдаете в виде тетради, не пишете, не защищаете. У нас устанавливается на каждую практику, на каждую лекцию тесты. Тесты вы должны зайти, на каждую тесту, которая там установлена, ответить на вопросы. Когда вы отвечаете, уже модуль будет считать, что вы зашли на практику или на лабораторию, или на лекцию, и ответили там вопросы. Она будет считать, как выполнены, но так как по практике в лаборатории вы должны набирать баллы, вы должны ответить правильно на все ответы. И у нас, естественно, когда уже вы прошли это все, у вас открывается доступ на итоговый контроль. Ну, сейчас у нас сессия идет для четвертого курса, у вас еще сессия не начался. Но до сессии вы должны постараться